Salutare, internetul grăiește! Astăzi, 25 noiembrie, ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. În Republica Moldova, fiecare a treia femeie din mediul urban și fiecare a patra femeie din mediul rural suferă de o formă de violență pe parcursul vieții. Astăzi vom afla părerile locuitorilor din Bălți la acest subiect. Женщина обязана стирать, убрать, готовить? Провокационный вопрос. Тут мнения разделяются. Ну, я считаю, что никто ничего не обязан делать. Сейчас мы за равноправие, поэтому то, что мужчина может делать, то же самое и женщина может делать. Мы работаем, вы работаете, вы убираете, мы убираем. Женщина убирает, стирает, готовит. Женщина. Мужчина зарабатывает. Должна, по идее, но должен муж помогать. Кто водит хуже машину, женщина или мужчина? Женщина. Я по себе сужу. Должен мужчина водить машину. У женщины есть других забот, полон рот. Мужчины, потому что могут выпить, а женщина все-таки она трезвая. Как считаете, в политике уже слишком много женщин? Не должны быть в политике? Умных женщин, но не у нас. У нас ни одна не умеет говорить даже по микрофону. Бэ-мэ-бэ-мэ. Править должны мужчины все-таки, у них это лучше получается. Ну. Aici e pentru țară, aici trebuie bărbatul, chiar și așa ești cu Maia Sandu. La Condeșa trebuie să fie un bărbat, dar nu o femeie. Femeia este spus pentru feminitate, pentru pace, pentru mai liniște, pentru educație în copii, poate, dar numai nu în conducere și în ceva aspru. Конечно, должны. Хорошие люди везде должны быть. Женщина должна зарабатывать больше, чем мужчина? Нет, конечно. Мужа деньги – это мои, и его деньги, мои деньги – это лично мои деньги. Дай бог, в семье это не помешает. Бьет, значит, любит? Смотря какая пара тоже. У некоторых это принято, и это возведено в такое вот даже в ритуал. Нет, я тоже могу бить, это не значит, что я люблю. Это такое суеверие, то что просто девушки, мне кажется, боятся уйти от насилия, и поэтому они, ну, он меня ударил, значит, он как бы держит, значит, он любит, значит, он... Это не так. Totuși, pe fundalul portretului sumbru al violenței domestice, îmbucurător este faptul că în Republica Moldova s-au elaborat un set de instrumente care vin în ajutorul victimei. Dacă ați suferit sau ați fost martor a unui caz de violență, sunați la poliție la 112 sau la numărul de încredere pentru femei 08008808. Cu voi a fost Ilie Spătaru din Bălți la Internetul Grăiește.